هذه الشريعة جاءت بالتيسير بالتخفيف. هذه الشريعة تسمى كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، يعني بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، مقبلا لله مدبرا على الشرك، والسمحة يعني سهلة واضحة، ليس فيها تعقيد، ليس فيها تكلف. Этот шариат, он является простым, он является облегченным. Только об этом сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я был послан с простой религией ханифии. То есть ханифия, что имеется в виду здесь? Что это религия единобожия, когда ты полностью поворачиваешься к Аллаху субхану таля, направляешься к Аллаху субхану таля, к единобожию, и отстраняешься от любого проявления многобожия, и при этом, при всем, это простая, облегченная религия, в которой нет каких-то сложностей и усложнений. Нам. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ومن قبله شيخه ابن سعدي رحمه الله الجميع، يقول: إذا جاءت عندنا فتوى معسرة وفتوى فيها تيسير، فالأرجح أن الفتوى الميسرة هي الصحيحة، يعني بس لكن دون تتبع الرخص. نعم. Поэтому говорил шейх ибн Усеймин, и до этого говорил его учитель шейх Абдурахман Сиади рахимахуллах, то, что если у тебя есть два фетвы, в которых в одной из этих фетв есть облегчение, в другой наоборот усложнение, то лучше необходимо выбрать именно ту фетву, в которой есть облегчение. Однако и при условии, что в этом нет то, что называется тадаббур рухас, то есть когда ты просто-напросто ищешь во всех вопросах легкие моменты и все. يعني بعض الناس فقط يتتبع من أجل أنه يأخذ يعني بأسهل شيء، يأخذ فتوى من هنا وفتوى من هنا وفتوى من هنا، لا ما يصح هذا. То есть есть некоторые люди, которые во всех вопросах ищут самые простые, самые легкие решения, самые легкие фатвы, просто чтобы облегчить себе жизнь. Это неправильно. لكن لابد نعلم الناس أن هذا الدين دين يسر. Однако мы должны обучать людей, что это религия легкости, облегчения. وأنت في الفتوى تبحث عن أحسن أفضل عالم وتأخذ بقوله. Однако, что касается фетвы, конечно же, ты ищешь самого лучшего, самого ученого, самого достойного и берешь его фатву.